Я начал заниматься триатлоном довольно случайно. Я закончил бизнес-школу, и мы обсуждали с Олегом Тиньковым издание книги. Книга не состоялась, но книга состоялась, но мы не издали ее не мы, а в книге у Олега была такая особенность. Он упоминал как можно больше разных людей, чтобы как можно больше разных людей захотело купить книгу и понять, что про них написал Олег Тиньков. В том числе он упоминал своего соседа Алексея Портферова, который занимался триатлоном и который жил рядом с ним в Тоскане. И, в общем, я просил Олега познакомить меня с ним, потому что триатлон казался мне таким очень интересным видом спорта. Многие его путали с биатлоном, потом думали, что где-то должно быть ружье обязательно. Вот. И так сложилось, что Алексей Панферов казался очень отзывчивым человеком. Он пригласил меня на обед и сказал: знаешь, мы через пару недель уезжаем в лагерь в Тоскане, и кто-то из моих товарищей, он не смог, заболел или там что-то случилось, и у нас есть одно место, и там давай поехали с нами. Вот. И я начал заниматься триатлоном, и что первое меня поразило, когда после дня тренировок, тренировки были, ну, довольно интенсивные, собралась такая группа мужчин, 8 или 9 нас было человек, вечером в ресторане, никто не пьет, люди пьют воду, и они начинают обсуждать: а ты какую кашу с утра ешь? Они говорят: а я вот с оливковым маслом первого отжима. А ты, говорит, а я, говорит, вот без масла. Он говорит: нет, с маслом обязательно, жиры, потому что необходимы. И для меня был такой разрыв сознания, потому что обычно, если вечером в Италии собираются 8-9 мужчин, они могут обсуждать там работу, женщин, машины, что-нибудь еще, и пить. А эти не пили и обсуждали какие-то вещи, которые были совершенно для, ну, для кто какую кашу с утра ест, это совершенно не мужские были вещи. Вот. И интересно было, я в Москву приехал, и мы прогнозировали встречу со своими учениками, которые у меня тренируются в Москве. Мы встречались в таком замечательном ресторане «Латук». Один из моих друзей познакомил меня с этим рестораном. Это вегетарианский ресторан, у которого нет вывески и закрыта дверь. То есть те люди, у которых есть свои ключи, они могут зайти в ресторан. Те люди, у которых нет своих ключей, ну, они должны либо по приглашениям, либо их должны увидеть. Но интересная история была в том, что у нас тоже собралось, наверное, человек 12-14, наверное, мужчин. У нас был такой отдельный кабинет. Мы ели, ничего не пили, то есть у нас не было пьющих среди 12 или 14 мужчин, и очень громко смеялись. И, наверное, официант подозревал, что мы что-нибудь разливаем под столом, пока он ходит туда-обратно. Но этот паттерн тоже был такой интересный, что он прошел через эти 5 лет, которые я занимаюсь триатлоном, того, что меня стало окружать все больше и больше тех людей, которые увлечены скорее той кашей, которую они едят, чем тем алкоголем, который они пьют. И в целом триатлон, как и спорт, связанный с выносливостью, да и любой, наверное, другой спорт, стал достаточно популярным в нашем современном обществе как вызов, как если раньше люди... У них была такая потребительская модель, когда они заработали первые деньги, они покупали одну машину, вторую машину. И при этом разница между машинами чувствуется не скорость, а ускорение, как сказал мой близкий товарищ. Он сказал, что самую большую разницу я почувствовал не когда я пересел там, с BMW на Mercedes, а когда я пересел с шестой модели Жигулей на потрепанный Volkswagen Golf. А после этого разницы не чувствуется. Есть многие люди, которые занимались потреблением. То есть они говорили, у них была цель объездить все страны мира. Вот они как сумасшедшие ездили в разные страны мира. Или была цель, не знаю, там, коллекционирование медных фигур. Тоже хорошая цель, но эта цель, она скорее не требует от тебя значимых усилий. То есть она требует от тебя, наверное, денег, времени, но не требует от тебя значимых усилий. И все больше людей, и не только в Москве, но и в целом там, в России, стали понимать, что если ты не отдаешь чего-то, то ты взамен тоже не очень много получаешь. Поэтому я вижу все больше и больше людей, которые занимаются триатлоном и другим спортом, не потому что это как-то их заставляет, потому что очень сложно найти было бы внешнюю мотивацию. Ты ни за какие деньги не заставишь человека так тренироваться. У меня есть знакомая, которая тренирует моих ребят на велосипеде, и она сейчас ездит с ними на треки, а до этого у меня есть там список навыков, которых я прошу, чтобы она обучила их на велосипеде на улице. Она смотрит на них, удивляется, и говорит: у нас у профессионалов такой мотивации нет, говорит, как у вас любителей. Вот. И это вопрос только внутренней мотивации. Вы не найдете такую внешнюю мотивацию, которая бы так заставляла людей тренироваться. И несколько вот я сделал такой, мы с семьей сделали довольно большой шаг, довольно, может быть, неожиданный шаг. Мы приняли решение, что мы переедем в другую страну. При том, что у нас довольно неплохо все получалось в России, мы решили, что мы попробуем уехать в другую страну и жить в этой другой стране. Когда ты переезжаешь в другую страну, то есть профессии, которые такие transferable. Например, профессия парикмахера, она, ну, примерно одинакова, что ты стрижешь людей в Австралии, или в Канаде, или в России. Но профессия, которая связана с более интеллектуальными услугами, она очень редко
переходит из одной страны в другую страну без потерь для тебя? Ну, так, например, юристы, высококлассные юристы в Америке, они бесполезны. То есть им нужно практически полностью переучиться. Врачи – та же самая история. Издатели – та же самая история. В другой стране тебе нужно найти свое применение. И когда мы приезжали в Америку, мы думали о двух местах, в которых нам было бы интересно жить. Мы провели такое кабинетное исследование. Я, моя супруга, мы раньше работали в консалтинг-компании, поэтому у нас есть такой более факт-бейс такой подход к тому, где бы мы хотели жить. Нам было все равно, где жить. Моя жена была в Америке один раз в Нью-Йорке, и ей не понравилось. Вот я был в Америке в нескольких местах, но в Колорадо я никогда до этого не был. И было несколько факторов, которые определяли то место, куда мы переедем. Это фактор, связанный с климатом, с образованием, с уровнем дохода. И нам сразу мы не хотели жить ни в одном большом городе. Живя в Москве, мы так переели большого города, что нам хотелось жить в небольшом городе. Если бы в России можно было жить в небольшом городе и иметь ту инфраструктуру, которую ты условно имеешь в Москве, то, может быть, мы и остались бы. Но в Москве есть общие блага, такие как качество воды, качество воздуха, коммуникации. И будь ты мэром Москвы, президентом Путиным или простым рабочим на небольшого завода, ты дышишь одним и тем же воздухом. И мы это очень сильно поняли на детях. То есть, если рождается совершенно здоровый ребенок, который через какое-то время он начинает зарабатывать аллергии, и это на всю жизнь. Поэтому мы поняли, что мы хотели бы, чтобы наши дети все-таки жили в более здоровом климате, ну и мы сами. Интересно, я по этому поводу сказал, я учился в бизнес-школе в ЕСИ, это в Испании, и наш профессор сказал, что те африканцы, которые переплывают Средиземное море, они сразу выигрывают 30 лет жизни. Переезжая из Москвы в небольшой город, ты статистически выигрываешь. Ну, мы опять же говорим, что это большой город в середине Америки. Ты статистически выигрываешь десяток лет жизни. И я подумал, что это много. Вот. И было принято решение, что мы приедем. И мы посмотрели, выбрали два места. Это Колорадо и это Калифорния. Колорадо из Москвы смотрится совершенно неочевидным выбором, потому что это в центре страны, это не на побережьях. Это, я не знаю, люди, наверное, Колорадо, может, в лучшем случае знают, что есть колорадский жук, которого нет в Колорадо. Вот. В Колорадо не выращивают картошку. Средняя высота в Колорадо 1000 метров. Болдер это 1600 метров. То есть это уже среднегорье, и картошку там не выращивают. Вот. И вот, мы выбрали Колорадо, и мы не пожалели. Мы через какое-то время поехали вот сейчас в Калифорнию, для того, чтобы мы там отдыхали в Калифорнии несколько недель. И мы поняли, что там Калифорния еще там 5 лет назад, может быть, это было приятным местом для жизни, а сейчас она становится все менее приятным местом для жизни. Там 3 года подряд идет засуха, ограничение в использовании воды, и даже бутилированная вода, она с каким-то вот таким привкусом, мне кажется, что она все равно опресненная из океана. Ну, там много есть вещей, вот для нас было важно климат, и в Болдере мы обнаружили, мы знали, что там 300 солнечных дней в году, но мы поняли, что там, во-первых, когда нет солнца, там все равно очень приятный климат. И там, вот то место, где мы живем, там всего в 40 минутах первый горнолыжный курорт, и все лучшие горнолыжные курорты Америки, в 2-3 часах на машине. Для нас это было там не самый важный фактор, но это было приятным бонусом. Вот. И мы приехали жить туда, но самое главное, опять вопрос, когда ты переезжаешь жить в другую страну, возникает вопрос самореализации, потому что здесь у тебя есть самоидентификация 20, 30, 40 или сколько-то еще лет опыта, и тебе очень сложно сделать этот шаг, потому что самый первый вопрос, я со многими людьми не встречался, но они говорят, там, я банкир, я издатель, я еще кто-то, а там я кто, а что я буду там делать? Это правильный вопрос, но если есть мужество внутри что-то менять, то вы обязательно что-то найдете. И переехав жить в США, я продолжил свой издательский бизнес. Мы там начали делать тот проект, который я не смог бы сделать внутри Мифа, поскольку когда ты работаешь внутри любой компании, большой компании, то ты связан с текущим бизнес-процессом. И именно поэтому Microsoft не сделал Google, Google не сделал Facebook, Facebook не сделал Instagram, и так далее. Большие компании живут в текущих бизнес-процессах. И поэтому успешные компании, они развиваются органично, потому что Facebook не сделал YouTube, но при этом он купил YouTube, он убил свой сервис, который они пытались развивать и не смогли развить. Вот примерно та же самая история была со смарт-тренингом. Мы делаем библиотеку книг Summary на нон-фикшн книги. Нон-фикшн — это не художественные книги. Мы не берем художественные книги и не пытаемся делать из художественных книг что-то там короткое содержание «Войны и мир», которое все помнят о том, что это там, в школе смеялись, что если ты не можешь почитать, купи хрестоматию и все прочтешь. То есть это не та идея. То есть мы делаем summary только на нон-фикшн книги. И я начал этот проект делать только потому, что у меня самого была такая история. Я покупал достаточно много книг, они у меня скапливались возле кровати. И даже те книги, которые мне были интересны, например, «Ружье, микробы, сталь», которые входят в программу
бизнес-школ практически к обязательным чтениям, ну, многих, я не могу сказать всех, но многих бизнес-школ. У меня никогда не было времени ее прочесть. Это такая книга, которую я начинал читать, и на 30-й странице я ломался, потому что стиль изложения контента сильно поменялся. Попробуйте посмотреть сейчас фильмы 50-х годов. Вы не сможете пробиться там дальше 20-й минуты. А сравните с тем, как развивается экшен сейчас в сериалах. Там на второй минуте сбивает какую-нибудь собаку. Если это ваше внимание не захватили, то человек переключается на другой канал, и вы его тут же теряете. И такая же история происходит в нон-фикшн литературе. То есть чаще всего, ну, я как издатель могу сказать, что когда я пришел, мы с Михаилом Фербером написали книгу «Руководство по маркетингу профессиональных услуг». Мы пришли в Alpine Business Books, они говорят, знаете, очень мало книг, мы ее не продадим, там, я же не помню, за 500 рублей, потому что слишком мало страниц. Мы говорим, ну здесь же она ценная, они говорят, нет, ну это понятно, но можно нам вот объема побольше, потому что она должна быть побольше. Мы там делали побольше объема, они говорят, все равно мало, ну ладно, мы бумагу потолще поставим, поля пошире сделаем, и тогда ее можно будет продавать. То есть издательство становится заложником того, что есть средняя цена книги, бумажной книги, за которой меньше которой бессмысленно продавать книгу. И поэтому возникает такая история, что автор может быть на 30 страницах все, что скажет, все, что для вас нужно. И многие книги, например, в саммари на все русскоязычные книги мы авторизируем. То мы посылаем авторам, говорят, это то, что вы хотели сказать. И нет было ни одного автора, который бы сказал, во-первых, я не хочу, чтобы вы это делали, а во-вторых, сказал бы, что ну, мы где-то ошиблись. То есть все российские авторы авторизируют то, что мы пишем с точки зрения саммари. То есть я вот нашел этот бизнес для себя, который я не мог бы реализовать миф, у меня просто не было физически и эмоционально на это силы. И второй бизнес, который стал для меня получаться как бизнесом, и который сейчас является ключевым драйвером моей занятой, скажем так, это бизнес, связанный с триатлоном. Я всю жизнь тренировался с тренером. Я сначала тренировался с Дэвидом Ворденом, тренером, который тренировал Алексея Панферова, ну и многих триатлетов в России. Потом я перешел и стал работать с тренером, с которым мы вместе с Максом занимались, это Гуидо Румен, он в Голландии. Потом я стал тренироваться сам, потому что мне казалось, я все-таки сейчас чувствую лучше, чем тренер, с которым я работал удаленно. И технологически возникла история, которая не могла произойти там, какое-то 5, 7, 6, 10 лет назад, когда у людей есть девайсы, и ты видишь, как тренируются твои ученики. И в принципе, за счет того, что ты тренируешь значимое количество учеников, ты видишь, как что работает, что не работает. Ты собираешь экспертизу, которую бы не мог собрать, например, один тренер, работая с одним учеником. И я понял, что в этом есть такая возможность реализации, с одной стороны, потребностей тех людей, которые тренируются, а их стало все больше и больше и больше. И если мы говорим про бег, то бег достаточно прямолинейная история. И в интернете есть колоссальное количество планов подготовки к марафону, полумарафону. И если у вас есть достаточно самомотивации, вы можете подготовиться до определенного уровня. Дальше идут уже тонкости. Там из 3 часов выбежать уже сложно подготовиться самому. Вот. И ко мне обратился, где-то 2 шага назад сделал. Поскольку я переехал в Болдер, у меня стало чуть больше времени, и самое главное, у меня стало больше условий, то достаточно быстро я стал выступать быстрее, быстрее, быстрее. И через какое-то время я отобрался на Кону. А Кона – это такой, наверное, для любителей Кона примерно то же самое, что для профессионалов отбор на Олимпиаду. От России отбирается 5-6 человек каждый год. Чаще всего это бывшие профессионалы или те люди, которые значимое количество времени уделяли тренировкам в юношеском возрасте. И когда отбирается непрофессионал на Кону, это вызывает уважение и внимание к нему. И ко мне обратилось сначала несколько человек, которые хотели, чтобы я помог с тренировкой. Я понял, что мне это нравится. Я прошел обучение в Американской федерации триатлона. Вот Максим был, наверное, первым русским, кто прошел обучение в Американской федерации триатлона как тренер по триатлону. Я, может быть, был вторым, точно не знаю, может быть, третьим. То есть, наверное, не так много тренеров, кто из России едет учиться в Америку. Это довольно структурированное обучение, требующее от тебя, с одной стороны, когда ты только подаешь даже аппликационную форму на обучение, ты должен пройти курс CPR, это оказание первой помощи, где тебя учат делать искусственное дыхание, учат работать дефибриллятором. И еще тебя должны проверить, то, что называется background checking, то, что у тебя нет, судимости или еще чего-то, что ты, не дай бог, не тому научишь триатлета. Я попал только с 3-го раза. Там Американская федерация триатлона, она каждый месяц проводит в разных местах курс, на который они берут 20 человек. И я подал 1-й раз заявку, они мне сказали, спасибо за заявку, но вы не выиграли. 2-й раз заявку, они говорят, спасибо за...
Я потом так расстроился, я написал Джо Фрилу, с которым у меня очень хорошие отношения. Джо Фрил, помимо того, что очень известный тренер, автор многих книг, он один из основателей Американской федерации триатлона. И он написал мне очень хорошее рекомендательное письмо, после которого они, наверное, не могли меня не взять. По блату попал. Ну, практически, с третьего раза. По блату я попал бы с первого раза. И я прошел обучение, потом тебе дается какое-то время на экзамен, есть экзамен онлайн, и где-то есть там 70 вопросов с четырьмя вариантами ответов, и ты там должен набрать больше 85% правильных ответов. И плюс есть, ты должен сделать два тренинговых плана. Тебе дают кейс, не знаю, женщина, которая тренируется 10 часов, готовится к олимпийскому триатлону, такие сильные и слабые стороны, сделай для нее план. И его проверяет человек. Вот там, в Америке все довольно сильно структурировано. У них есть уровень 1, уровень 2 и уровень 3. Уровень 1 – это вот у меня. И таких людей, как я, в Америке тренеров. 2500 человек, которые получили сертификацию по триатлону. И на самом деле есть еще, наверное, минимум еще человек 500, кто вообще не получает никакой сертификации по триатлону. Дэйв Скотт, с которым я бегаю, я вхожу в его беговую группу в Болдере, я уверен, что у него нет никакого сертификата по триатлону, ему это просто не нужно. Вот потом есть Шири Линдли, которая тоже тренирует в Болдере. Я тоже уверен, что у нее нет никакого сертификата по триатлону. Но тем не менее, мне для структурирования собственных знаний, это было необходимо. И я сдал этот экзамен, потом я прошел еще обучение в компании Training Peaks. Я использую со своими учениками платформу для ведения тренировок и планирования сезона, которая называется Training Peaks, когда ты планируешь там сначала на год, а потом на неделю, и смотришь, что твои ученики закачивают тебе в качестве результатов. Вот. И постепенно, то есть не так просто зарабатывать репутацию тренера, учитывая то, что у тебя нет никакого бэкграунда тренера, и более того, что ты находишься там в 10-часовых поясах от большей части своих учеников. Там на сегодняшний день у меня 16 учеников, начиная от Объединенных Арабских Эмиратов и кончая Нью-Йорком. То есть эти у меня практически люди никогда не спят, кто-нибудь из них когда-нибудь тренируется. Внутри суток кто-нибудь из них когда-нибудь тренируется. Вот, и я начал этим заниматься, мне стало это еще больше интересно, и мне стало получаться. И я понял, что на самом деле это то, что приносит мне большое удовольствие. Помимо того, что я занимаюсь собственной тренерской практикой, вот один на один, у меня есть тренинговые планы, которые я сделал только на одну дистанцию, на полу Ironman. Вообще мой фокус – это длинный триатлон, то есть это полу Ironman и Ironman. То есть есть на рынке значительно больше людей, которые знают, как подготовить полумарафону, марафону. То есть это не моя специализация. Олимпийский триатлон – это совсем другая история, к которой я не готовлю. Вот. И, соответственно, я стал работать с учениками по триатлону, их становится, с одной стороны, больше. И вот у меня есть программы, то есть для тех людей, у которых достаточно самомотивации, плюс у них есть один старт полу Ironman, к которому они могут подготовиться. Вот у меня есть такие программы. И дополнительно я стал еще делать лагеря. Вот у меня есть первый лагерь в мае в Болдере, и на нем уже нет места. И есть второй лагерь в сентябре в Болдере, на нем еще есть места. Я думаю, что я его сделаю, я еще один из тренеров, кто мы будем работать только с русскоязычной группой, хотя внутри лагеря будут принимать участие другие тренеры, включая там Дэйва Скотта, Дэнни Эпшера, который сооснователь компании Ньютон, Энни Джонс, это тренер по плаванию. Вот, наверное, вкратце такая история. Это все, что было не про триатлон, а тебе это про триатлон. Кажется, сложно вести монолог. В это я вспомню тоже эту историю про ресторан, про латук. В этом ресторане, это уже не первый раз, когда я уезжал в Америку, мы там собрались мои товарищи, когда провожали меня, но там было вино. И у нас этот ресторан закрывается очень не по-московски, типа в 10 часов вечера. Наступило 10 часов вечера, менеджер пришел, сказал, мы закрываемся. Мы сказали, хорошо, мы чуть-чуть посидим. В итоге мы с трудом вышли к 12. Они, наверное, сделали для нас исключение, что есть там уже нам особо не нужно было, кухню мы отпустили, но помещение держали. Вот в этот раз мы ушли, наверное, в 10:30, довольно так уже, довольно скромно, не сильно задержав этот ресторан. Вот. Но нам было о чем пообщаться, и в этом смысле здесь, я, наверное, могу много чего рассказывать, но интересы зала могут помочь направить наш диалог в правильное русло. Вот я вижу первый герой с вопросом, да. Михаил, я специально приехал для этого вопроса.
Ага. Написали раз на 100, потом это пытаетесь. Это было года два назад, да? Угу. Сейчас вы сделали summary на еду и мозг, это безглютенная диета. Угу. Да? Вот как сейчас, да, как сейчас питаетесь? Это китайское следование плюс безглютенная диета. И вот можете рассказать. И второй момент достаточно личный. Ага. Ваши дети питаются так, как свели? Сейчас отвечу на вопрос. А можно воды немножко? В нашей семье мы продолжаем придерживаться китайской диеты, и мы, мы практически никогда не едим мясо. Наш сын не ест ни мяса, и практически он отказывается от молочных продуктов, и это не наше настояние, он их не ест. Вот. А что касается безглютеновой диеты, мы в свое время делали анализ, и там у нас оказалось, что у дочери есть проблема с почками, и поэтому мы отказались от всего глютенового, включая хлеб, макароны, и это было таким довольно большим испытанием для нее. Ну и для нас тоже, потому что было нельзя есть макароны, если она не ест макарон. Вот. И в целом мы стараемся избегать всего, что... спасибо большое. Всего, в чем есть глютен. При этом в Америке это сделать проще, потому что есть достаточно намного продуктов у заменителей и очень высокого качества. Например, вот я тоже одна из историй, которая у нас была подписка на овощи. То есть, когда ты в начале года платишь, я не помню, 400, 500 или сколько-то долларов, и каждую среду приезжаешь и забираешь овощи, которые выросли на ферме, ты не знаешь, что в этом неделе выросло, ты забираешь то, что выросло. То есть, ты можешь приехать на ферму, или у них был еще один пункт выдачи в офисе Google. Мог приехать в офис Google и забрать. Вот. И Колорадо в этом смысле очень благодатный штат. Я, кстати, вот чем еще отличается Америка, несмотря на то, что Колорадо, там ключевые индустрии – это хай-тек, туризм, нефть и газ. Ну, там много чего растет. То есть много что люди выращивают сами, несмотря на то, что там есть довольно большая проблема с водой. Вот. И это отличает Колорадо, например, от Подмосковья. Вот. Что в Подмосковье зона рискованная в земледелии, лучше построить коттеджный поселок. То в Колорадо реально много чего выращивают, включая даже виноград. В горных долинах выращивают виноград и делают вино. А там это такое прям сельское хозяйство, ты едешь на велосипеде, у тебя коровы, там плата. Хорошие, ухоженные. Это как такая маленькая Швейцария. Тоже стоит добавить, что Болдер совершенно нетипичное место для Америки. И нельзя судить по тому, что происходит в Болдере, и говорить, что это то же самое, что есть в Америке. Потому что Болдер очень высокий уровень образования. Там из 100 тысяч человек, которые так или так живут в городе, 30 тысяч человек связаны с университетом. А там университет Колорадо, и в Болдере живет 12 нобелевских лауреатов на 100 тысяч человек. А количество PhD на количество населения может быть в Бостоне выше, а может быть и нет. Вот поэтому очень высокий уровень образования людей и много очень компаний, IT, и как IT-компаний, так и компаний, связанных со спортом. Целый кросс-кластер компаний. Вот Ньютон компания, кроссовки Ньютона, не из Болдера. Компания Ritool, которая помогает выставить посадку на велосипеде. Это из компания из Болдера. Training Peaks компания из Болдера. Ну и много других компаний, которые так или иначе в Болдере. Я живу рядом с Болдером в городе Найват. В городе Найват. С населением 5000 человек, есть штаб-квартира компании Crocs, которая делает смешные, довольно уродливые, на мой взгляд, тапки с оборотом миллиард долларов. Вот. Там же у нас есть штаб-квартира шведской компании Thule, которая делает всякие крепления для автомобилей на велосипедные, лыжные и так далее. Вот. Поэтому в Америке значительно легче соблюдать безглютеновую диету, и там на самом деле даже есть в магазинах есть даже целые полки со всякими печеньями, еще чего-то, в котором нет глютена. Не знаю, ответил я на ваш вопрос, вы специально для него ехали. И наши дети едят так же, как и мы. Мы не готовим для них отдельное, и, они едят то же самое. Кстати, по поводу питания. Вот интересно, в американской школе, там, где мы живем, там есть салат-бар. То есть в столовой есть салат-бар. Ты, во-первых, можешь свою еду приносить, и там наша дочка довольно много, долгое время носила свою еду, а ты можешь... какие-то небольшие деньги, там завтрак стоит типа $3, ты можешь купить. У них там есть вредная еда, типа пасты, наггетсов, не очень полезная еда. А есть прям салат-бар, в котором там есть этот свекла, морковка, помидоры, какая-то трава. Что выбирают дети? Дети, я думаю, что там камеры-то нету. Вот, но чаще всего дети, наверное, выбирают пиццу. Меня тоже поразило в прошлом году, мы относимся, это называется St. Francis School District, и там сколько там, 7, наверное, школ в этот School District входит, и они выиграли тендер на
мигрант, на 1,5 миллиона долларов на улучшение образования в области физической культуры. У них называется это PE, Physical Education. И на что пошли деньги? Первое — это на образование учителей физкультуры, на дополнительное образование. Второе — на улучшение школьных площадок, ну, там они что-то, какое-то новое образование ставят. Ну, это всякие разные инициативы. Вот сейчас наша дочь участвует в инициативе, которая называется 100 миль. То есть у них есть 3 дня в неделю, когда они вторник, четверг до школы, среда после школы, когда они приходят на школьный двор, или если холодно, то внутрь школьный зал, и бегают в течение там, 30 минут или 40 минут, и они бегают по кругу, и за каждый круг им дают такую цветную палочку. В конце они считают эти палочки, и задача там, ну, пробежать 100 миль за либо школьный год, либо кто-то быстрее это пробежит. У них есть такой чарт, на котором в школе, на котором написано, там, Вася пробежал уже там, 15 миль, Саша 20 миль. У них здесь первым добежавшим 25 миль они дают футболки. Ну, то есть это довольно так, ну, хорошая инициатива. И дети сами в это включаются. Ну, вот, приезжают заранее в школу, то есть до школы. 2 дня до школы, 1 день после школы. Еще у них есть так называемые санкционированные ивенты. То есть если ты бежишь санкционированный ивент, если ты пробежал там 5 миль или сколько-то миль, это идет тебе в зачет. То есть ты можешь не только на школьном дворе побегать, но еще и в рамках соревнований, что потом тебе пойдет в зачет. Есть ли еще кто приехал писать за вопросы? Ой, да, извините, я не вижу вас. Сможете ли вы мне назвать 3 книги, которые больше всего на вас повлияли? Знаете, такой, ну, очень трики вопрос. То есть в разном возрасте на тебя влияют разные книги. И какие-то книги, там, «Как уцелеть через среди акул» Харви Маккея, которая там на середине 90-х ты прочитал, это была одна из первых деловых книг, изданная на русском языке, она оказала на меня большое влияние. Вот, ну, а я не могу сказать, что есть какие-то вот прям книги, которые, прочитав которые, я кардинально поменял свою жизнь. Хотя вот книга «Заповедник» Сергея Довлатова, я часто ссылаюсь на нее, вот тоже одна из книг, которая повлияла на то, что мы решили переехать. Там его супруга, она, как раз он работал в заповеднике, в Пушкинском заповеднике, а она, когда была массовая эмиграция в Израиль, она сказала, знаешь, я хочу уехать, потому что я примерно представляю, что меня здесь ждет. Она ошибалась, она не могла представить себе все, что будет происходить там с Россией, что Петербург станет, Ленинград станет Санкт-Петербургом, ну и многих других вещей. Но тем не менее, она сказала, я хочу прожить еще одну жизнь. И она уехала сначала в Израиль, потом в Нью-Йорк, ну и Довлатов тоже последовал примерно тем же самым путем. Но это правда, ты когда приезжаешь в другую страну, ты проживаешь еще одну жизнь. Она другая, она там не лучше, не хуже, она другая. Хотя на самом деле я склоняюсь к тому, что есть гармония везде, и те недостатки, которые есть в России, они покрывают теми достоинствами, которые есть в России. И... Расскажи. Сейчас это особенно холодно. И в целом уровень счастья у человека, он мало зависит от внешних условий, и люди несчастные в России, они будут несчастные в Америке, ну а люди счастливые здесь будут счастливые там. Вот. Так что, наверное, не смог ответить на ваш вопрос. Ага. Как строится ваш день? И второй вопрос. Какие дистанции вы прошли до первого марафона? В какой период? Я отвечу в обратную сторону. До первого марафона я начал заниматься, у меня есть так, прям дата, когда я начал заниматься. Я начал заниматься 25 сентября, 5 лет назад, 5 с небольшим лет назад. Потом я пробежал, это был московский марафон, и там была такая дистанция 10 верст. Это было, когда еще вдоль Кремля бегали туда-сюда. Это была первая моя дистанция с номером. А второй, и я потом сразу пошел бежать киевский марафон. Это был первый киевский марафон. В нем принимало участие 180 человек. И в Киеве перекрыли довольно много улиц, но ее как-то перекрыли так, что они вроде перекрыли, но когда марафонцев не было, потому что разрывы были большие, 180 человек на, ну там может быть 2 круга было по марафону, на 21 километр они так редко распределяются. Мелисса открывала движение. И, ну, вот, ты все время лавировал между движением и недвижением. Вот, поэтому я пробежал марафон практически, ну, сразу после того, как я начал бегать, но у меня была беговая история, то есть я бегаю, может быть, лет 17. Вот я когда начал учиться в университете, я начал бегать. Я жил в общежитии на Лосином острове. И это помогало мне, ну, переключиться очень хорошо. Я 2-3 раза в неделю я бегал. И поэтому, ну, у меня... Я никогда не бегал с номера. Вот 10 верст были моим первым бегом с номера. И я пробежал киевский марафон. Киевский марафон был очень холмистый. И первые... Ну, у меня было... Я тогда был не очень еще опытным спортсменом.
И первые 21 километр, первый полумарафон, я пробежал с девушкой, которая потом его выиграла. Мы с ней бежали, я говорю, может, прибавим что-то, медленно бежим. Она говорит, горки свои еще дадут знать. В итоге я пробежал, по-моему, первый полумарафон за 3.42 или 3.45. Но мне было очень тяжело. Мне было очень тяжело, но я, как вот Максим, есть такой принцип, не сходить, я точно бы не сошел. Вот, в итоге я пробежал первый марафон и... Наверное, в том сезоне, вот в начальном сезоне я больше не бежал. В целом я бежал не очень много марафонов, я чистые марафоны практически не бегаю. То есть если я бегаю марафон, то это чаще... Я пробежал в рамках айронменов, наверное, больше марафонов, чем в рамках, ну, чем чистых марафонов. Есть такой лайфхак, я стараюсь привить его своим ученикам, это ложиться рано, вставать рано. В большом городе это сложно сделать, но если ты сумел это сделать, то ты получаешь такой бонус. То есть у тебя гормональное восстановление лучше всего идет с 10 часов вечера до 2 часов ночи. И твой час сна там, с 7 до 8, он стоит условно получаса сна с 10 до 11 вечера. И более того, если вы проанализируете, что вы делаете с 10 вечера до 12 вечера, когда в Москве обычно ложатся спать, то делать какую-то, ну, не самую ценную работу, от которой можно отказаться. Вот. И поэтому, если мы говорим про тренировки, то есть в тренировках две стороны медали. Одна – это стресс, который получает ваш организм. Что такое тренированность вообще? То есть вы сначала травмируете свое тело на тренировке, а потом вы должны этому телу дать отдохнуть. И тогда происходит адаптация, и вы выходите на новый уровень. Если вы не даете своему телу отдохнуть, восстановиться, то возникает ситуация, что вы там, травмируете свое тело, а потом оно отказывает вам. Потом вы получаете травму, перетренированность. Ну или просто если оно тело выносливает, ну просто не рост результата. Вот, поэтому я стараюсь вставать рано, я очень ценю это время до того, как просыпается моя дочь. Кстати, интересная история, в Москве там всегда мою дочь было очень сложно разбудить в школу. Ей нужно было будить, и это было всегда еще минуточка, еще две минуточки. Вот, и мы всегда с боем вставали в школу. А в Болдере у нас нет такой проблемы. Она встает сама рано, собирается в школу. Но это, наверное, еще тоже связано с тем, что когда ты живешь возле гор, ты там высыпаешься, и в целом тебе значительно легче вставать, чем в Москве в темноте. Хотя в Болдере темнота тоже бывает. Поэтому я встаю рано, и я стараюсь делать все самое сложное, самые тяжелые вещи, которых я не очень люблю, я стараюсь делать вот до 8 часов, до тех пор, пока встает моя дочь. И раньше я ее свозил в школу, а теперь она пользуется этим желтым школьным автобусом, что, в общем, сделало меня более свободным, потому что она еще и она сейчас не приезжает, сейчас холодно, она приезжает, а так она еще бегала, она в школу на автобусе едет, а из школы она бежала. Ну, 2 километра, наверное, там немного километров. Вот. Ну, потом я работаю. Часто, кстати, я делаю завтрак. То есть я обычно варю овсяную кашу, иногда делаю ее с тыквой. Когда не ленюсь, я чищу тыкву. Когда я ленюсь, мы покупаем такую тыкву, которая уже почищенная и порезанная. Вот. Я работаю, потом я иду тренироваться. Я тренируюсь. Потом я возвращаюсь и занимаюсь с младшим сыном. Потом старшая дочь приходит из школы. Я снова работаю. А потом мы что-то делаем вместе. Ну, то есть, скажем так, то есть у меня есть вот то время фиксированное для тренировки и работы, когда у меня максимальная производительность. И я стараюсь поймать вот для работы, для самых сложных вещей, которые требуют обдумывания и погружения и не отрыва от среды утром, а тем более сейчас, когда темно, уже в это время... Ты еще не пойдешь на тренировку. У нас очень большой перепад температур, поскольку мы живем в Средней Горе, то у нас днем может быть 18, а ночью может быть минус 6. И вот утром, пока солнце еще не взошло, может быть как раз вот эти самые минус 6, когда тренироваться еще холодно, тем более ездить на велосипеде. И поэтому ты стараешься, я стараюсь сделать в зимний период работу всю самую сложную утром. Вот. Последние 3 недели, сколько у меня уже нет Колорадо, наверное, уже больше, чем 3 недели, у меня сильно сбился график. Вот. Вы спрашивали про самый сложный этап в триатлоне. Есть ли он вообще? Ну, самый сложный этап в триатлоне – закончить в конце. Но и самое главное в любом триатлоне – это правильно, не только в триатлоне, в любом беге – это правильно разложиться.
сегодня мы бегали с моим товарищем и учеником, вот, Гришей, и мы бегали там 10 по 400. И у нас было такое одно из заданий, которое я просил Гришу сделать. Не важно, за какое время он пробежит 400 метров, важно, чтобы вторые 200 метров были быстрее, чем первые 200 метров. И казалось бы, 400 метров, но это два круга. Мы бегали в манеже ЦСКА, и это всего два круга. И, в общем, ну, можно разложиться, но психологически тебе всегда очень сложно. Когда ты начинаешь, тебе кажется, что ты, у тебя еще много сил, и, в общем, ты еще потом прибавишь. А прибавить обычно редко получается. И это одна из самых сложных вещей, которую можно научить не только любителей, но и профессионалов. То есть сделать то, что называется negative split. Это когда ты вторую часть пробегаешь быстрее, чем ты пробегаешь первую часть. Физически это сложнее, это легче. Эмоционально это сложнее. Тебе всегда кажется, что сегодня твой день. И, в общем, ты бежишь или, может быть, что-то с часами, если твой темп, там, не знаю, бежать полумарафон по 4 минуты, а ты начинаешь думать, блин, как-то я сегодня хорошо бегу, начну по 3.52. А 8 секунд на этом темпе ты закислишься, то есть ты не обманешь организм. В чем вообще прелесть триатлона, ну и, наверное, любого другого циклического вида спорта, особенно для любителей? Он очень честный. То есть вы... То, что вы делаете на тренировках, вы ровно то самое получите и на соревнованиях. И здесь, как законы физики, если вы яблоко отпустили, оно упадет. То есть, если вы тренировались и вы готовы к там, полумарафону на, там, на 1.25, вы пробежите за 1.25, вы не пробежите за 1.22. То есть чудес не бывает. Это в футболе может быть так, что играет Челси и Барселона. Барселона обстучала все штанги и все, там Чех все спал, а потом Драгба один раз ударил, забил, и они выиграли. Такой победы в триатлоне не может быть. То есть победа, она складывается, ну, из часов тренировок. И практически я могу предсказать результат тех людей, которые тренируют, ну, с точностью до нескольких минут на триатлоне, если ничего не случается критичного. Но у нас такая хорошая карма, мне кажется, вот в этом году было, ну, наверное, примерно 50 финишей тех ребят, которых я тренирую, включая там, наверное, десяток айронменов. Ну, много полуайронменов, марафонов, но про марафонов не важно. У нас мы ни разу не прокололись, то есть ни разу не было прокола колеса у всех этих людей, ну, включая меня самого. Я думаю, что это просто хорошая карма. Поэтому, смотрите, еще раз, если говорить про самый сложный вид, для меня самый нелюбимый вид — это плавание. На плавании я, ну, не мучаюсь, но я не очень люблю, потому что с точки зрения тренировок плавание для меня тоже самое... Ну, называется. Ну, ты на самое скучное, потому что в лучшем случае ты видишь шашечки на дне бассейна. Вот. Когда ты бежишь, ты видишь вокруг тебя природа, когда едешь на велосипеде, иногда я прямо тебя спускаюсь, когда я думаю, за что, господи, мне такое счастье. То есть, это фантастическое ощущение, когда ты едешь по горам, а в Болдере еще же очень большая живая природа, то есть ты регулярно там сталкиваешься, не сталкиваешься, а видишь оленей, которые рядом с тобой. Я видел один раз двух медведей. Вот. Что, в общем, я был быстрый, я после этого сильно ускорился, мотивация выросла. Вот. Такого, в общем, сложно увидеть в Ирландском. Ну вот олени, видите, стали появляться в России. Я когда уезжал, вот я уезжал сейчас, и я тоже вот с утра бегал, такая была фантастическая история. Там у нас есть белоголовые орланы, те, которые на гербе Соединенных Штатов Америки. Я бегу, и надо мной летит белоголовый орлан, у которого в лапах такая большая рыба. И такое, прям оно летит, прям, не знаю, на высоте 10 метров выше тебя, то есть он уже почти приземляется. Бежишь дальше, и смотришь, змея лежит на тропинке, по которой ты бежишь. Ну, она убежала. Ну, то есть ощущение природы, того, что ты сливаешься с природой, ну, фантастическое. Вот, того, что, опять же, сложно очень получить такой заряд в городе. Поэтому меньше всего я люблю плавание. Там, больше всего я люблю, ну, вот мне сейчас одновременно примерно поровну я люблю и бег, и велосипед. То есть велосипед дает фантастическое ощущение скорости и перемещения, ну, а бег дает медитативное чувство, которое вот, должно. Но у своих учеников я больше всего тренирую связку велосипед-бег. То есть велосипед, связка велосипед-бег, ну, она важнее, чем просто отдельный велосипед. Потому что есть очень многие ребят, которые перерабатывают на велосипедном этапе, и потом они идут по беговому этапу и вспоминают, как хорошо они проехали велосипед. Как только ты на беговом этапе перешел на шаг, ты потерял все преимущество, которое ты заработал на велосипеде. Ну, а чистое плавание в длинном триатлоне, по-моему, еще не было ни одного случая, когда, ну, в коне, например, выиграл бы кто-нибудь, кто первым выплыл. Потому что в плавании это всего 10% от вашей гонки, и ваше самое быстрое плавание от самого медленного плавания, ну, будет отличаться, ну, на 10 минут. Он не первый выплыл, он был третий. Ну, все-таки был третий. 5 секунд тоже 5 секунд.
Там же, на самом деле, в плавании, какая еще история? В плавании на больших соревнованиях там дают бонус вот тем, кто выплыл первый из воды. Поэтому они там рубятся в плавании. Потому что он в Олимпии, ну, хотя Фроден тоже из олимпийского триатлона, там дают бонус за там, первому на велосипеде. Там дают по бонус первому на беге, но не первому, кто финишировал, а первому, кто добежал там, до поворота. Поэтому для них, для профессионалов, это довольно большая мотивация быть первым, ну, из воды, например. Вот. Но с точки зрения всего результата, если бы даже Фродена на 5, если бы даже Потсон еще на минуту выиграл у Фродена, все равно в итоге не выиграл бы. Знаете, у меня первое было такое ощущение, когда я поехал учиться в бизнес-школу в Испании, и я учился на программе Global Executive MBA. Я решил, что full-time MBA для меня уже было поздно, у меня же тогда была своя компания, и я не мог ее там долго оставить, но, в принципе, это совсем другая карьера. И один из таких откровений, спасибо большое, откровений, которые для меня были, что иностранцы, у меня был всегда такой пиетет перед иностранцами. У Высоцкого было в свое время такое, такая песня про иностранцев, что все едят, ведь эти иностранцы, а вы простите, кто такие. Вот. Они такие же люди, со своими слабостями, сильными сторонами, слабыми сторонами. И среди них есть и подлецы, и совершенно никчемные люди, ну и такие же интересные люди, как и в России есть. Поэтому в целом по качеству людей там ничем страны особо не отличается. То есть природа рождает примерно одинаково талантливых людей, одинаково там мерзавцев, одинаково там сильных людей. Но по качеству социальных систем они значительно сильнее превосходят. И интересно, вот, например, уровень доверия между людьми, он колоссально выше в Америке, чем он там в России. Например, в школу, когда ты устраиваешься, когда покупаешь дом, одним из ключевых параметров, на которые мы смотрели, это качество школ, которые есть в этом районе. То есть ты приписан к школам, которые ты находишься в этом районе. И там такая закольцованная система. Чем дороже район, тем выше стоимость недвижимости. А там недвижимость оценивается не по кадастровой стоимости, а по рыночной стоимости. И каждые несколько лет они делают переоценку. Если раньше налог мог быть там $1000, то теперь налог на наш дом там $3500. Чем выше налоги с недвижимости, они идут на несколько вещей. На школы, на пожарных и на полицию. Вот. И, соответственно, чем выше, чем лучше район, тем лучше, тем более эффективно, то больше денег получает школа, тем больше лучших они там могут оборудование или там больше долю учителям доплачивать. Вот. Но я к чему? Как ты доказываешь, что ты живешь в этом районе? Ты приносишь счет. А за телефон или за воду или за что-то еще, приносишь счет и показываешь, и это является, там нет уже института прописки. А справка из ДЭЗа не надо. Ну вот счет это и есть, по сути, справка из ДЭЗа. И по сути, а счет подделать, он вообще без печати, ты его из интернета распечатываешь. И у некоторых русских людей сразу возникала история, может, мы в фотошопе поменяем одно на другое, принесем счет, и там на самом деле никто не спрашивает подтверждения, кроме этого, кроме счета за телефон или за воду, где ты живешь. А, и, ну, это уровень доверия. Или уровень доверия с чеками. То есть в Америке есть чековая система, которая, ну, мы в России проскочили, потому что у нас сразу электронные платежи через карточку было. Что такое чековая система? Я пришел в магазин покупать велосипед. Я выбрал велосипед, достаточно дорогой, взял кусочек бумажки на чековой книжке. Там нет водяных знаков даже. Это обычный кусочек бумажки, который в банке распечатывают на принтере. Вписал сумму, отдал им чек, они мне велосипед отдали. Ну, вот примерно такая же история, как ты покупаешь машину. Ты приходишь покупать машину. Ты говоришь, не, они тебе ее дают и говорят, ну, вы нам перевод тогда деньги сделаете. Я говорю, ну, я сделаю, а вы мне машину уже отдаете? Он говорит, ну, забирайте. Вот. Ну, это к вопросу об уровне доверия между людьми, чем отличается, ну, несколько обществ. Поэтому, ну, в целом, ну, не стоит думать о том, что там живут какие-то очень умные люди или очень деятельные, но хотя работают, они там точно больше. В Америке очень капиталистическое государство, там нет никакого социализма европейского. Я помню, у нас был профессор, который говорил, в Испании мы людей не нанимаем, мы их усыновляем, потому что уволить сотрудника — это проще с женой развестись. У них был такой закон, что за каждый год, который ты проработал в компании, при твоем увольнении, тебе должны 2 месячные зарплаты. Вот ты 10 лет проработал, тебе должны 20 месячных зарплат. Уволить тебя очень дорого. А в Америке тебя могут уволить сразу же, поэтому там, ну, довольно эффективный рынок труда. При этом Америка — тратящая страна, там накопления у людей очень небольшие. И
В среднем в Америке есть, если тебя уволили, у тебя есть 3 месяца запасов, ну, то есть это средняя цифра, 3 месяца запасов для того, чтобы ты нашел новую работу. Если ты не находишь новую работу, то практически у всех американцев есть, ну, дом в ипотеке, и у тебя есть ипотечные платежи. Если ты не платишь ипотечные платежи, то твой дом довольно быстро описывают, продают, ну, тебе отдают то, что тебе осталось, и забирают все остальное. Поэтому они очень ценят свою работу и очень дорожат своей работой. И с точки зрения количества работы, которую они работают, ну, оно потрясающее. Например, у женщин есть всего 3 недели декретный отпуск. Это не месяцы, как в России. Потом там нет государственных детских садов. Ты сам решаешь вопрос, куда ты одеваешь ребенка первые там 3,5 года. Потом есть прям здание elementary school, есть то, что называется kindergarten, а потом preschool, а потом, соответственно, elementary school. А частные детские сады, они стоят довольно дорого. Мы ездили в Сан-Диего и заезжали там в Марину, где стоят яхты. И экскурсор говорит: вот видите яхты, говорит, знаете, почему люди себе могут позволить себе яхты? Потому что у них нет детей. Вот, и там было посчитано, что стоимость воспитание ребенка от 0 до 18 в Америке это $250 000. Мы посчитали, ну да, наверное, примерно так и получается. И поэтому, ну, то есть в Америке довольно дорого иметь много детей. И я им рассказываю, в России у нас там, если у тебя в Москве 3 детей, ты там можешь парковаться бесплатно, у тебя там проезд бесплатный, половина этих коммунальных услуг. Значит, что даже налог на машину ты не платишь, если у тебя есть 3 детей, на одну, правда, если есть 2 машины, на вторую платишь. А? Ну, материнский капитал, да, про это я не рассказывал. Но американцы страшно захотели и такую же социальную систему, чтобы у них была такая социальная система. Вот интересная история про медицинское обслуживание. Например, в Америке до 30%, около 30% людей не было медицинской страховки вот до реформы Обамы. И они боялись вызывать скорую помощь. Потому что если ты вызываешь скорую помощь, тебе выставляют счет на $1000. Они говорят: не надо мне вызывать скорую помощь, потому что, ну, мне нет этих денег для того, чтобы оплатить это. Вот. И в Болдере, при том, что это, ну, довольно богатый город, там до сих пор есть такие парки, в которых ты берешь в аренду небольшой кусочек земли, а сам приезжаешь в таком доме-вагоне. То есть такой дом-вагон. Вот реальный дом вот такой вот длинный. То есть он все комнаты проходные, кроме последней, наверное. У тебя там есть кухня, еще что-то. Ну, там есть какая-то общая инфраструктура, может быть, там небольшой бассейн, еще что-то. Но это вот огороженный, ну, в поле условно огороженная территория, в котором люди живут в вагончиках. И это абсолютно нормальная, как бы, для Америки история. И при этом в богатом Болдере пенсии там очень маленькие, и чем позже ты их берешь, тем больше у тебя пенсия. Ну, там ты можешь взять в 65 лет пенсию, но она будет, не знаю, там $800 или $900. Там есть пенсия, это так гарантированно социальная, а есть пенсия, ну, которую ты накапливаешь вместе с работодателем. Вот гарантированно социальная очень небольшая пенсия, поэтому люди там, ну, много работают. То есть с точки зрения количества работы и эффективности, которая есть в Америке, ну, нам еще очень далеко. А со спортивными дефицитами как-то в Казахстане? Очень все дорого. В Америке ты не можешь, вот я тоже, что в России лучше? Ты можешь пойти в инвитро, сдать анализ крови и померить, сколько у тебя витамина B12 или сколько витамина D3. Я там занимался с Дэйвом Скоттом, и Дэйв говорит: ну, давай, надо сходить, измерить там некоторые показатели в крови. Я говорю: а как это сделать? Он говорит: ну, позвони в эту клинику, там тебе выпишут направление. Они говорят: а мы вам направление не выпишем. Вы сначала придите, пройдите медицинское обследование, как-то консультацию у доктора, и доктор вас направит. А консультация стоит $350. И только после этого доктор тебя еще за $150 отправит сдать кровь. То есть ты не можешь сдать кровь вот в Америке так, как ты можешь прийти в России в инвитро. Ты не можешь в Америке, например, за контактные линзы купить без рецепта врача. Вот, тебе нужен рецепт врача. Вот, а посещение любого окулиста, обычно это не входит в страховку. В страховку не входит ни dental, ни visual. Это еще $160. То есть в Америке болеть очень дорого. Это лучше в Германию. Это лучше в Германию. В Германии будет дешевле. Это было-то, ну, да, прям, я помню, один мой товарищ написал, что если вы в Америке собираетесь сделать себе операцию, я помню, на хилом сухожилии, это стоит там, типа, условно, $35 000. Поэтому вам лучше поехать в Испанию, в котором стоит это €5 000, год там прожить, поучить испанский язык, вкусно поесть, попить, сделать связку и вернуться назад в Америку. И там есть целый вид, целый, на самом деле, целый тип такого медицинского туризма есть. Ну, вот из Польши люди ездят из Великобритании, люди летают в Польшу делать там зубы. Я вот приехал в Россию, тоже сходил к стоматологу.
Вот, поэтому, ну, ты можешь купить себе там, опять же, в Америке, знаете, как в России все довольно так прямолинейно, а в Америке есть очень много вещей, оговорок, условностей. И вот у нас мы в Америке, кстати, если у тебя нет сейчас социальной страховки после Обамы, у тебя есть вычеты из зарплаты. В конце года каждый американец сдает декларацию о доходах. И в этой декларации дохода ты указываешь, есть у тебя медицинская страховка и номер этой медицинской страховки. Если у тебя нет медицинской страховки, то в прошлом году у тебя был штраф типа $300, штраф за отсутствие медицинской страховки. А в этом году он будет минимум $300 или 1% от твоей зарплаты. То есть если у вас нет страховки, то они так стимулируют людей, чтобы у них была медицинская страховка. Но это вот самое, наверное, большое разочарование в Америке. Это вот все, что касается... Да, вот я вот так хотел сказать. То есть мы, поскольку мы в семье особо не болеем, мы решили выбрать такую страховку. Она варьируется. У тебя есть такая же так называемая deductibles. То есть первые 5000, все, что с тобой не случилось, ты платишь сам. Потом 30%, я рассказываю про наш страховой план. Потом 30% от там, 5000, я уже не помню сколько, до 15000 платишь ты сам. Нет, 30% платит страховая компания, а 70% платишь ты. Ну, уж после там какого-то лимита, типа там после 15 тысяч платит страховая компания, но все равно лимит 300 тысяч, ну или сколько-то, я не помню, но сколько-то много. Вот. И мы на семью, соответственно, двое детей, и мы довольно в молодом возрасте, не курим, у нас особо такая группы риска нет, мы платим порядка $600 в месяц. Вот при таких условиях мы deductibles мы никогда не выберем. То есть мы вот там первые 5 тысяч, если там несколько раз мы сходим к врачу, мы все равно будем платить. Поэтому страховки дорогие, и если у тебя нет работодателя, который платит за страховку, то это высокая ставка. Но при этом они не платят соцстрах. У них нет налога зарплаты, который идет на соцстрах. Но у них есть вот эта страховка от работодателя, который самостоятельно уже выбирает, какую страховку ты можешь себе получить. Здесь тоже есть очень важный вопрос. Есть у тебя закладная на дом или нет у тебя закладная на дом? Очень немного американцев могут позволить себе купить дом в кэш, как мы говорим. То есть они покупают, берут моргидж, много лет его, там еще 20-30 лет, они его выплачивают. Это совершенно нормальная модель, которая делает общество более устойчивым. Вот. Ну, я бы сказал так, ну, то есть, смотрите, когда у тебя есть условная зарплата, на что ты должен ее потратить? У тебя есть моргидж на дом, который 1000-1500 ты тратишь. Это такой не очень большой моргидж, который ты платишь. Ну, ипотека. Ты покупаешь дом, и у тебя есть ежемесячный платеж, который ты должен заплатить. У тебя есть, представь, у тебя есть $600 страховка на семью. У тебя есть страховка на машину. Без страховки на машину твою машину не выпускают на улицу. Ну, примерно как у нас. У тебя есть страховка на машину. Потом у тебя есть коммунальные услуги. Коммунальные услуги, ну, относительно стоят недорого. Ну, вот там, ну, например, на дом, ну, $600, например, я не знаю. У тебя есть какие-нибудь... А? Да, месяц. Я, кстати, вспомнил, у нашей дочки, я вот прямо по твоему вопросу, у нашей дочки, она учится в 5-м классе, был замечательный такой кейс, когда им сказали, вот представьте, что вы закончили high school, у вас нет никакой профессии, вы хотите устроиться на работу, посчитайте, ну, прям зайдите там в Craigslist, найдите работу, которую вы можете найти, посмотрите, какая там ежемесячная, ну, почасовая оплата, сколько вы можете часов работать. Если у вас фиксированный расход, например, расход на машину. У тебя же здесь еще, помимо того, что у тебя есть налог на машину, страховка на машину, у тебя есть налог еще на машину, у тебя еще есть налог на дом, а у тебя есть расходы по там, бензину. И вот в школе, в 5-м классе, у них был такой очень интересный кейс, когда говорили, вот посчитайте, сколько вы могли бы зарабатывать, работая, ну, вот, не имея профессии, и сколько вы, соответственно, бы тратили. И сходится у вас там одно с другим или не сходится одно с другим. И Соня сделала такую табличку, все там, они с мамой посчитали, сколько она там нашли работу, на которую она бы могла бы претендовать. Посчитали, еще Соня меня очень тронула, она еще $10 выделила на благотворительность из своего бюджета. Это на самом деле очень полезное упражнение для ребенка в 5-м классе, чтобы он понимал, что как он будет планировать свою дальнейшую карьеру. Если у него есть какие-нибудь мечты стать, не знаю, там дизайнером, то надо посмотреть, вообще дизайнер на чем зарабатывает, и какого типа дизайнером он хочет стать. Вот. И поэтому я думаю, что средний бюджет на семью, опять же, ничего кардинально нет, не сильно там тратит, там $8000. Вот. Но у нас довольно дешевая получается электроэнергия и газ, за которую мы платим всего $2, ну, я посчитал, $2 в день мы платим и за газ, и за электричество на дом. Вот, то есть это такие деньги, которые, в общем, можно игнорировать. Питание сколько стоит? Питание дорогое, питание, ну, значимо, ну, сейчас оно в долларах, когда доллар был стоил 32, оно было примерно такое же, как в Москве. А сейчас рубль, так сказать, упал, а доллар-то стоит.
Вот. И в долларах цены есть инфляция, есть долларовая инфляция, которую вы можете не замечать, но она существует. И она существует на разные типы товаров по-разному. Есть там самая высокая долларовая инфляция на образование. Если раньше там семестр в Гарварде условно, ну тут Гарвард как условную можно взять, величину стоил, не знаю, там $20,000, то там за последние 5 лет он вырос практически вдвое, теперь стоит $40,000. То есть, по сути, все те товары, которые имеют конечную, то есть количество студентов в Гарварде, оно конечно, а количество чехлов для айфонов, оно бесконечно. Их можно, наверное, сделать столько, сколько хочешь. И все то, что у которого есть ограниченная capacity, ну, с точки зрения производства, оно все дорожает значительно быстрее. Вот. И еда, оно более высокого качества, совершенно точно. То есть помидоры пахнут помидорами. Вот. Но она стоит дороже. Кстати, по еде, я тоже давно это обратил внимание, чем более качественная еда, тем меньшим количеством еды ты наедаешься. Попробуйте наесться пельменями, которые в такой упаковке, как это пельмени русские. По поводу бизнес-школы, ну, вот, они же есть разные. То есть я учился на программе Global Executive MBA. То есть, да, то есть это не full-time MBA, там разная мотивация у людей, которые идут и на ту, и другую программу. Там было несколько вещей. Например, есть многие предприниматели, которые там, ну, разбираются, не знаю, в тренировках, в книгах. Но, например, как у меня была всегда такая история о том, что есть бухгалтер, который будет разбираться в финансах. Мне казалось, что финансы и бухгалтерия — это примерно одно и то же. Ну, а как-то он мне все посчитает, то, что мне нужно будет посчитать. О финансах я не очень хочу разбираться, потому что мне это не очень интересно. А на самом деле, когда ты, ну, через какое-то время начинаешь строить компанию, ты понимаешь, что если ты не понимаешь, как двигаются твои финансы, ты не понимаешь, как двигается кровь в твоей компании, ну и какие рычаги есть для управления твоей компанией. И у нас был такой замечательный профессор из Ирана. Он нам читал операционные финансы. У нас была история, был кейс такой про Carrefour. И интересная история, что Carrefour — это одна из самых, ну, после Walmart, она в мире вторая сеть по выручке, она в основном в Европе, Walmart в основном в Америке. У них была очень интересная история. Они до 25% своей прибыли зарабатывают не на том, что продают там хлеб, молоко или что-то еще, а на том, что у них есть разница между в отсрочке, то есть поставщики им поставляют средний товар с отсрочкой 90 дней, а они продают с отсрочкой, ну, средней оборачиваемость 25 дней. И у них вот есть разница, сколько получается, 65 дней в деньгах поставщиков. А если мы говорим про Carrefour, то это, ну, много денег. Вот, у них есть целая финансовая команда, которая работает на финансовых рынках, размещая эти 65 дней, ну, миллиарды евро. И за счет лучших условий, то есть за счет лучших условий по отсрочке, которые только они за счет своего размера могут получить от поставщиков, они выигрывают у любых других форматах. И если Carrefour приходит, ну, в какой-то город, то маленькие форматы очень быстро умирают. Вот. И это я к чему? То есть и у нас была тяжелая ситуация. Я начал учиться в 2008 году, и я немного отвлекся, я не занимался в большей степени портфелем Мифа. У нас была тяжелая ситуация, но этот кейс нам помог очень сильно с точки зрения работы, с одной стороны, с поставщиками. Мы стали медленнее платить типографиям и быстрее собирать деньги. У нас улучшилась ситуация с оборачиваемостью. Ну, это как вот один пример того, что я мог сразу применить с точки зрения знаний и навыков, полученных в бизнес-школе. Вот. И в целом, я помню, у меня было такое ощущение интеллектуального восторга, когда ты приходишь в аудиторию, в которой там 25-30 твоих сокурсников, и там же кейс-метод, то есть мы использовали кейс-метод, и тебе кажется, что ты все понял, то есть все очевидно, то есть вот надо делать так, А, Б и С. А потом мы начинаем обсуждать кейс, ты понимаешь, что есть разные точки зрения, есть разные обстоятельства, которых ты мог не заметить. И эта история, ну, хотя она учебная, то есть это же, ну, не в реальной жизни происходит, она учебная, но она учит тебя смотреть на ситуацию не только там с твоей стороны, но и со стороны того, там, твоих контрагентов, твоих там партнеров. И качество решений, принимаемых, на мой взгляд, вот после бизнес-школы, оно выросло, то есть оно ушло более из эмоциональной области, хотя в той же эмоциональной области оно осталось, оно ушло в, ну, более рациональное общество. И, на мой взгляд, это было бы, ну, фантастическое время, то есть я бы никогда не побывал там в Бангалоре, в Нью-Йорке, в офисах, ну, многих интересных компаний, в том числе McGraw Hill, это там крупнейшее издательство в мире. Вот. И если у вас есть деньги и время,
то идите учиться, потому что иначе ну, вы проведете эти 2 года. Вы вспомните, что вы делали 5 и 6 лет назад. Ну, как вспомните, наверное, но эти годы как-то будут у вас уже затеряны. А если вы проведете хорошую бизнес-школу, ну, это то, что останется с вами на всю жизнь. С точки зрения капитализации таких контактов, ну, ЕСА, я был председателем клуба выпускников ЕСА в России. Ну, то есть я организовал там встречи, у нас была база данных выпускников. Ну, нельзя сказать, что это как-то много мне дало с точки зрения бизнеса, потому что ну, люди, которые работают в разных индустриях, ну, у нас есть ну, некоторое одно, то, что объединяет нас, но после этого, чем дальше ты, ну, чем позднее, это как бы дальше от того, когда ты закончил бизнес-школу, тем меньше в этом есть ценности для людей. Поэтому с точки зрения каких-то бизнес-контактов, я думаю, что триатлон там мне дал больше, чем учеба в бизнес-школе. С точки зрения обучение, ну, мне кажется, это такая полезная вещь. С точки зрения жизненного опыта, это бесценная вещь. То есть то, что вы получите в хорошей бизнес-школе, вы сами никогда не организуете вас, ну, просто не пустят в те места, в которые вы сможете там пойти из бизнес-школы. Вы не встретитесь с теми людьми, которые вот попали, с которыми вы пойдете в бизнес-школу. Вот. И еще попробую. А, проблема. Знаете, я сейчас был в Нью-Йорке и бежал в марафон вместе со своим товарищем. Он мне говорит, знаешь, я бегаю в марафоны и вообще тренируюсь не для того, чтобы стать спортсменом, а для того, чтобы привести голову свою в порядок. Я вижу, что на самом деле, когда я бегаю, я часто бегаю с телефоном, но у меня для того, чтобы свои голосовые заметки туда занести. То есть идеи, которые ты генерируешь, когда у тебя нет привязки к телефону, интернету, внешним отвлекающим тебя факторам, они очень ценные. То есть у человека, у обычного человека, который не занимается спортом, практически не осталось этого времени, когда бы он был вне зоны доступа и не стремился сразу ответить на телефонный звонок, когда бы он поступил. Поэтому то время, когда вы проводите наедине с собой, и поэтому я не рекомендую никому из своих учеников бегать в наушниках, когда вы приводите наедине с собой во время тренировок, оно очень ценное время. Я его на самом деле очень ценю. И это время помогает вам привести в порядок ваши мысли, помогает принять сложные решения. То есть чаще всего ты колеблешься, то решение или то иное принять. Я думаю, что после 20-километровой пробежки решение вызреет у вас. Вот, поэтому, плюс там есть много дополнительных бонусов, но связанных со здоровьем. Я практически ни разу не болел с тех пор, как я начал заниматься триатлоном, связанных с кругом общения. То есть триатлон — это вообще, ну, наверное, любой такой эндурный спорт. Это там нет случайных людей. То есть это в России не так много людей, которые занимаются триатлоном, может быть, 3000 человек. Это такая же община примерно, как, наверное, там, выпускники ВДВ или морской пехоты. Вот, может быть, единственное, у них там уровень образования и дохода чуть другой, но уровень доверия между ними, он выше. Там люди некоторые специально носят там, часы Гармин, чтобы пришел на переговоры. Ты там, тебя увидели часы Гармин, ну, значит, свой. Значит, можно с тобой иметь дело, не обманешь. Вот, поэтому здесь есть много очень бонусов. Здоровье, круг общения, там, целеустремленность, опять же, это учит тому, что ну, это честный спорт. Ты получил, ты сделал. Ты в бизнесе, может быть, там, конкуренты, государство, еще что-то. Но практически всегда ты знаешь, что ты где-то недоработал. Интересно, вот тоже я провел здесь 4 тренировки со своими учениками. У нас было 2 тренировки в манеже и 2 тренировки на холмы. Я вообще люблю бегать в холмы. Бег в холмы очень сильно развивает. И я уверен, что ни один из моих атлетов не смог бы сделать сам эту тренировку. Ну, то есть у него бы не хватило мотивации. Поэтому даже, может быть, у него хватило сил рационально, он бы мог сказать, что у него не хватило сил, но мотивации у него бы не хватило. Поэтому в триатлоне, когда ты выходишь за уровень, за пределы зоны своей комфорта, ну, всегда еще важно, ну, какие-то эмоции вообще, для чего ты это делаешь. Вот. И чаще всего, если ты делаешь с кем-то... Я вообще не очень люблю групповые тренировки, потому что чаще всего в групповых тренировках есть люди, которые наелись уже и уже бегут с языком на плече, и ели те люди, которые только размялись. Но есть некоторые типы групповых тренировок, которые можно делать совместно, например, тренировки в холмы, когда ты бегаешь. Ты бегаешь в холмы, бегают по 3 минуты, и ты бегаешь в одном темпе 3 минуты, он бегает в другом темпе 3 минуты, все вернулись, пошли дальше, потому что бегают не на расстояние, а на время. Вот, поэтому и рациональная, и эмоциональная части очень важны. И я могу сказать так, что не было ни одного старта, на котором я бы не хотел сойти. Если ты этого не переживаешь, значит, ты не доработал до конца, то есть ты не отработал до конца. И твое рациональное мышление тебе быстро расскажет, почему тебе нужно сойти. Ты сегодня устал, и вообще очень жарко, еще трет, не знаю,
кроссовок. Ну, то есть, оно тебе подскажет очень много причин, по которому тебе нужно, и ты даже должен сойти. И потом ты еще найдешь много объяснений, чтобы объяснить другим, почему ты сошел. Ты уже придумал это объяснение. Вот, но эмоциональное твое чувство, оно тебе не позволяет сойти. Вот. И его, кстати, можно воспитывать. То есть вот эта стойкость, когда ты не сходишь на тренировках, ты делаешь тренировку до конца, очень помогает тебе в том, чтобы ты делал, не сходил на старт. Ну, история с summary, опять же, то есть мы делаем summary на книги на разные темы. Интересная была история. Иногда я говорю, вот смотрите, мы делаем summary, есть черновик. Summary — это как самостоятельный продукт? Как самостоятельный продукт. Но он не продается по одной штуке, продается только подписка. То есть можно купить подписку на то, что уже есть. Там есть 177 summary в текстовом виде, 113 summary в аудиовиде, плюс мы еще делаем инфографику. И вот я просто расскажу интересная история про одной из самых популярных summary, которой можно было бы сложно догадаться, что это summary. Мы сделали summary, я говорю, хотите почитать summary, я в Фейсбуке написал, хотите ли вы почитать summary на книгу, которая вот еще вышла, то есть дайте нам обратную связь, что мы забыли, что стоит улучшить. И мне написало 700 человек, попросив это summary, я устал отвечать на письма тем людям, которые попросили у меня это summary, я уже потом как-то пожалел, что дал свой личный адрес. Это была summary, которая вот есть несколько компаний в мире, которые занимаются тем, чем мы занимаемся. Но у нас есть некоторые различия. Мы делаем summary не только на бизнес-книги, мы делаем summary на книги по воспитанию, по спорту, по здоровью, в том числе по диетам, по бизнесу, по психологии, то есть много разных книг. Вот. Так вот, это книга, на которую они бы никогда не сделали, а summary было на книгу 50 подтягиваний за 7 недель. Из 700 человек было типа 698 мужчин и 2 женщины. Мне кажется, просто... У мужчин, у российских мужчин есть такой незакрытый гельштат, они хотели в детстве подтягиваться, видели турник во дворе, но у них не очень получалось, но теперь они решили подтянуться. Вот. И эта методология действительно работает. И зачем писать целую книгу, если всю книгу можно уложить в 3 страницы и таблицу в конце? Вот. Я просто помню, что довольно много таких книг именно рождались из статей, например, там книга Криса Андерсона «Длинный хвост». Это была сначала статья очень успешная, потом из нее решили сделать книгу, а мы ее сжали назад в summary. И, в общем, она ничем не потеряла. Но то, что показывает опыт работы с российскими авторами, которые говорят, то, что мы хотели сказать. Вот. Так что вот summary — это возможность очень быстро понять. Ты хочешь прочесть, во-первых, понять ключевые идеи книги, а потом ты дальше хочешь прочесть всю книгу, ты купил всю книгу. Если тебе этого было достаточно, или ты понял, что не близки эти идеи, но ты сэкономил время и не купил книгу. И самый популярный у нас раздел — это раздел аудио summary. То есть есть книги фикшн. Вообще в целом есть люди визуалы и аудиалы. Вот визуалы, они лучше воспринимают текст, аудиалы лучше воспринимают аудио. И там, я и моя дочь, мы аудиалы, я лучше воспринимаю аудио, чем текст. Но если говорить про художественную литературу, то в художественной литературе, в принципе, довольно интересно слушать. Тебя увлекает сюжет, тебе интересно, как сделаны звуковые отбивки, вообще голоса. Хотя некоторые, например, книги испорчены тем, как они сделаны, и люди говорят, я вообще не могу ее слушать. Просто потому что мне не нравится голос диктора, он не совпадает с тем образом, который у меня есть в голове. Так вот, нон-фикшн книги, если там перемалывается одна идея со страницы в страницу, то в текстовом варианте ты можешь ее пробежать, можешь перелистнуть страницу. А в аудио-варианте ты заложник скорости чтения чтеца. Поэтому аудио нон-фикшена, в принципе, книг нет, потому что их мало, потому что люди не очень их любят. И у нас в проекте это то, что называется killer feature, то есть очень важная штука, которую люди ценят, это аудио summary. То есть summary, когда ты за полчаса, когда есть машина, ты можешь очень прослушать summary и понять идеи, и тебе не нужно, там это очень в сжатом виде. Более того, мы делаем аудиоподготовку в нашем summary, то есть мы проставляем ударение там, где должно быть правильно. Если там не очень понятно, как прочитать транскрипцию, название компании или название продукта, то мы пишем, как это сделано должно быть. Мы пишем, где должны быть какие звуковые отбивки, и потом контролируем, работаем со студией, которая записывает эту аудио summary. Вот. И аудио summary — самый популярный раздел на сайте. У нас есть как частные клиенты, которые подписываются, так корпорации, которые тоже используют это для обучения своих сотрудников, потому что после каждого summary есть тест. Там очень простые вопросы, там обычно 12-15 вопросов, такой multiply choice, и ты можешь проверить, ты вообще понял идеи, ключевые идеи из книги или не понял. Это очень важно было для корпоративных клиентов, которые таким образом, у нас было довольно много клиентов, которые покупали книги, раздавали сотрудникам, а сотрудники не читали. Вот. И
ну, они таким образом решали свою проблему, что сотрудники понимали хотя бы ключевые идеи из тех книг, которые они считали важными для понимания в своих компаниях. Сайт можно? Сайт smartreading.ru. Ну, лучше, чем GitAbstract. GitAbstract никогда не сделал 50 подтягиваний за 7 недель. GitAbstract — это в чистом виде. В чем еще отличие GitAbstract от нас? GitAbstract делает все книги, ну, то есть практически все книги, которые выходят. То есть они не особо разбираются. Вышла книга, она входит в Amazon Top, они ее сделали. А она может по разным причинам входить в Amazon Top. Вот. А я стараюсь отбирать, я отвечаю за формирование портфеля книг, я стараюсь отбирать книги, которые, на мой взгляд, были бы интересны нашей целевой аудитории. Вот я сам себя представляю как такого же человека, как и я. То есть у GetAbstract нет summary на воспитание детей. У нас есть, у них нет summary на книги, у нас довольно много summary на книги, которые вообще не выходили на русском языке. Есть замечательная summary на книгу «Ваше самое продуктивное утро». Она не выходила на русском языке, она вообще выходила только в Kindle Edition, она не выходила даже как книга в Америке. Вот там как раз вот то, о чем я немножко рассказывал, о том, как сделать свое утро максимально эффективным. Это очень ценная тема, но на книгу, может быть, она не тянет. То есть она тянет, опять же, на статью или на саммари, но на целую книгу. Ее можно раздуть на целую книгу. То есть, по сути, из любой темы можно выбрать целую книгу. Знаете, эту серию про чайников. Да, мисс. И у них на сайте есть такая смешная история. Там есть такая обложка, ну, такой шаблон обложки. И ты можешь любую написать, не знаю, там, да, мисс, как писать красиво на доске. Вот они сделают твою обложку с твоим именем, и потом это можно расширить там в Фейсбуке или где-нибудь еще, что вот ты написал для дамис такую историю. Поэтому, в принципе, на любую тему можно написать целую книгу. Вопрос, ну, стоит ли это времени, которое потратит читатель на прочтение этой книги. Мы же и живем в такую эпоху, когда контент очень сильно меняется, то есть и восприятие контента очень сильно меняется. Обратите внимание, как вы читаете там письма, длинные письма. Я боюсь писать сейчас длинные письма, я обычно их разбиваю на несколько коротких, потому что я знаю, что там до конца могут люди не дочитать, и какие-то какая-то идея или вопрос может потеряться. А это же вопрос просто в целом восприятия контента. То есть если раньше, ну, там, человек мог фокусироваться и довольно долго, вот попробуйте фильмы 50-х годов посмотреть, вы не сможете. То есть тот тип контента визуального или аудио, он совершенно поменялся. И в целом есть целые типы книг, которые просто исчезли. Ну, поскольку я теперь живу в доме, а я раньше никогда не жил в доме, я многих вещей не знаю. У нас есть водостоки. Вот как чистить водостоки? Я не стал покупать книгу, хотя в Америке есть много книг, там, типа «Как ухаживать за своим домом». Я зашел в YouTube и набирал «Как чистить водостоки». Есть несколько конкурирующих сетей в Америке, Home Depot и Lowe's. И у них есть прям серия видео практически на любые темы, что в доме делать. Начиная от того, как починить унитаз, начиная от того, как почистить водостоки. И книги на тему how to, не знаю, там, как почистить, или как мы посадили в этом году, я посадил 4 там, дерева, и мне не нужно было книгу по садоводству. Я зашел в YouTube, и все мне прям на картинке показали, как все можно сделать. Вот. То есть или атласы. Я помню, это 15 лет назад по Москве ездил с таким атласом Москвы, где нужно там набираешь. А сейчас попробую, кстати, интересная штука по поводу технологии. Например, Uber невозможен был бы даже 3-4 года назад, потому что интернет мобильный был дорогой, смартфоны были дорогие, и не было ни Гугла, ни Яндекса, который пока прокладывал тебе дорогу. Были такие шахид-мобили, шахид-такси, которые спрашивали, до Кремля дорогу покажешь? Многие, наверное, помнят, как таксисты спрашивали, дорогу покажешь? А сейчас технология должна вызреть. Вы знаете, например, почему в плавании одно время сильно выросли результаты? Там до 76 года нельзя было плавать в очках. То есть на Олимпийских играх до 76 года не плавали в очках. Поскольку люди начали плавать в очках, они смогли проводить больше времени в бассейне, больше времени в воде, привело к более высоким результатам. И, соответственно, ну, казалось бы, такая небольшая технологическая штука, как плавательные очки, ну, привела к революции в плавании с точки зрения объемов тренировочных, которые начали плавать пловцы. Вот. Поэтому смарт-трейдинг — это ответ на потребности людей в изменяющемся контенте. И, в принципе, я уверен, что издательство очень сильно изменится. То есть издательство из тех издательств, которые они ищут сейчас, они сильно поменяются. Еще продолжение темы. Вы еще бумажные книги издания вовлечены? Вообще есть ли будущее бумажных книг? Ну, я считаю, что будущее бумажных книг, безусловно, есть. Я сам продолжаю покупать бумажные книги. Но как лошади не вымерли с появлением автомобилей, так и бумажные книги останутся, или театры не выбрали с появлением автомобилей. Но
бумажные книги, они, на мой взгляд, с точки зрения бизнеса, будут все меньшим и меньшим бизнесом. И история, например, то, что там, Стивен Кинг не продает права на электронные книги, он выставляет, ну, продает их в Kindle. И была там революционная несколько лет назад. Многие издатели не заметили. Amazon впервые заплатил роялти больше самоиздателям, чем издателям книг. В России нет такой модели, потому что нет платформы для издания книг. И ко мне до сих пор все время пишут авторы: я хочу издать книгу, что мне надо сделать? Я даже сделал такой вебинар на тему, что ищут издатели с точки зрения издания книг. Для издателей это, ну, возможность заработать. Если они не понимают, как они с вами будут зарабатывать, ну, они не будут издавать книгу. А в текущих условиях, ну, все, ну, как бы, стоимость риска становится выше, и поэтому издавать бумажную книгу становится все сложнее. И если вы неизвестный автор, то издать бумажную книгу, ну, практически невозможно. Я думаю, что за прошедший год, ну, опять в том сегменте, в котором я работал, и МАФ, и Манованов Фербер, и Альпина, может быть, на двоих издали, ну, 15 максимум новых авторов, которые до этого не издавались. И то большей части поддержка каких-нибудь других компаний. Поэтому вам как автору, если вы написали книгу, практически невозможно издаться. То есть либо вы приносите деньги, говорите, все риски беру на себя, либо, ну, вы говорите, знаете, у меня есть такая платформа, а если у вас есть платформа, то вообще непонятно, зачем вам издаваться. То есть вы можете, вот опять же, у меня была такая дилемма: написать книгу про триатлон или сделать тренинговые планы. Тренинговые планы приносят мне больше денег. И для меня требует значительно меньше усилий, чем на написание книги. И поэтому я сделал тренинговые планы. То есть вы можете купить, получить тренинговый план, либо вы могли бы прочитать книгу и, ну, то есть контент. Дистрибуция контента совершенно идет по-разному. Вот мы с вами сейчас создаем контент. Вот. Раньше была монополия на производство контента. Если вы написали книгу, вы шли в издательство, вам в одном издательстве сказали нет, в другом издательстве сказали нет, ну и вам уже некуда было идти. А сейчас вы можете написать книгу, опубликовать ее, хотите у себя на странице опубликуете, по частям можете опубликовать ее на разных ресурсах, ну и донести контент, можете сделать видео с собой. То есть если у вас есть что сказать, то нет проблемы, донести это проблему для клиента. Ну а с точки зрения бумажных книг они останутся. Есть вопрос такой, помните эту историю про то, что прекрасный рынок, все ходят босиком, нужно продать много сандалий. Рынок ужасный, все ходят босиком. Здесь история такая, то есть разрыв в количестве триатлетов. В Америке в прошлом году было там 500 человека старт, 500 тысяч человека стартов в триатлоне. Я думаю, что в России было, может быть, ну, именно в России тех людей, которые именно делали старты в России, ну, может быть, ну, 2000 человека стартов в триатлоне. В беге разрыв похожий, ну, там, например, в Америке примерно финишируют 500 тысяч человек марафоны. Ну, в России, наверное, ну, 10 тысяч человек марафона, хотя несколько лет назад их было типа 3. То есть рост большой, динамика большая, но база все равно достаточно низкая. Ну и здесь, я думаю, что нужно попробовать разрезать рынок на вещи, что можно делать с техническими виспортами. Тренировать можно, ну, там, тренерские школы растут. Продавать там кроссовки, что-то еще, то есть очень большая проблема, а как конкурировать с интернетом? Поскольку мир стал глобальным, вы можете на Alibaba купить кроссовки, можете на Chain Reaction купить кроссовки, можете там еще где-то купить кроссовки. Вот за счет чего ты можешь конкурировать? В Болгаре есть такой магазин, называется Boulder Running Company, у них всего два магазина, у них колоссальная выручка на квадратный метр, они фантастически работают с целевой аудиторией, у них есть два фан-рана, один в среду вечером, там 5 километров по Болдеру. А один воскресенье, это такой трейл-ран, есть такой Sanitas Trail, очень красивый, ну, то есть они бегут вверх. Вот. И за счет того, что они создают очень лояльную аудиторию, то люди, ну, им скорее больше верят как экспертам или просто хотят поддержать свою локальную компанию, но они покупают там, они не в интернете. Хотя в Америке же колоссальная конкуренция, и ты набираешь кроссовки такие-то в Гугле, и он тебе дает 5 разных с разных ресурсов с анализом цен и говорит, где тебе лучше всего купить. Если у тебя нет эмоциональной привязки или ты не хочешь помочь тем людям, которые продают эти кроссовки у тебя в городе, то ты покупаешь их в интернете. Более того, интересная штука, кстати, почему Amazon очень сильно выигрывает у всех розничных торговцев в Америке. Год назад капитализация Amazon и капитализация Walmart, они были одинаковы. Walmart прибыльный и платит дивиденды. Amazon не прибыльный и не платит дивиденды. Прошел год, капитализация Walmart упала в два раза, а капитализация Amazon выросла в два раза. Amazon фантастически эффективен в Америке. Озон ему в подметке здесь не годится. Вот. И история в следующем, например. В Америке нет НДС, но есть Sales Tax. И Sales Tax собирается в местах продаж. У Amazon нет физического presence, присутствия в Колорадо. Если ты покупаешь что-то на Амазоне,
то ты платишь сразу на 7-8% меньше, если бы это купил в соседнем супермаркете, потому что нет налога с продаж. И люди, в общем, этим пользуются. В Нью-Йорке большой налог с продаж, а в Нью-Джерси маленький, а Нью-Джерси практически там, ну, через реку от Нью-Йорка. Они заказывают не в Нью-Йорк себе, а друзья в Нью-Джерси сэкономят на этом 8%, после этого приезжают и забирают. Вот. Но если вернуться к тому, что могло бы развиваться, но мне кажется, в прошлом году очень хорошо у нас начали развиваться старты, то есть локальные старты обязательно должны быть. Ну и есть потребность в них, особенно с учетом там, того, что доллары и там, евро сильно выросли, ну или рубль упал. Вот. И в Европу на старты ездить значительно дороже. То есть я думаю, что российские старты должны быть популярны. Вот с Максом мы начинали, я помню, делать первые старты. Мы делали осенние и весенние громы. Я вспоминаю с ужасом это, когда у нас падала арка. Мне пришлось подогнать машину к арке и привязать к переднему колесу падающую арку. Когда у нас в конце не хватило медалей и были разочарованные люди, потому что были какие-то люди, которые были без номеров или еще что-то. Но, в общем, с медалями не очень хорошо получилось. Вот. И я помню, как мы с большим, очень огромным трудом набирали людей на спринт-триатлон, который был в Крылатском, он был, наверное, единственный, может, было два старта в этом году. Ну а сейчас обратная история. Вот мы с моими учениками там обсуждали сезон. Они говорят: слушай, я не могу спланировать, потому что здесь у меня лотерея, здесь у меня лотерея, здесь у меня лотерея. То есть на все большие мировые старты практически лотерея. То есть ты особо и не можешь, ну, это прогнозировать, будет этот старт или не будет этот старт у тебя в календаре, пока ты не выиграл лотерею. И поэтому я уверен, что московский марафон, вообще, на мой взгляд, один из самых красивых марафонов в Европе. Московский марафон будет развиваться, полумарафоны будут развиваться, потому что марафон — это все-таки большая дистанция. В Болдере есть старт, который называется Болдер-Болдер. Это забег на 10 километров. В нем принимает участие 54 тысячи человек. То есть только чтобы запустить его, нужно 2,5 часа. Вот. И, ну, город на этом довольно, довольно... Сто тысяч. Потому что люди приезжают. Но еще интересная история, что в этом забеге профессионалы стартуют последними. И профессионалы бегут, они бегут парами. То есть там не индивидуальный зачет, а зачет по парам. То есть бегут парами, соревнуются разные команды. Американские, итальянские, российские, но побеждают все равно кенийцы. Вот. И... Я уверен, что будет старт развиваться, я уверен, что тренерская тема будет развиваться, особенно в триатлоне, ну, потому что это более сложный вид спорта, тебе нужно понимать, как комбинировать плавание, велосипед, бег, силовую подготовку. Если вы видели там чек-лист списка, что нужно к триатлону, это 55 пунктов, если что-нибудь забудешь, то ты провалился на старте. Вот. Ну, мне нравится вот эта история, что развивается с шерингом, когда люди там, ну, не хранят дома чемоданы. Я помню этот чемодан, который у меня стоял дома целый год, которым я пользовался 2-3 раза в год, он мне все время мешал. Вот, когда ты, ну, у этого бизнеса тоже есть проблема, что в основном все ездят на одни и те же старты, и когда ты хочешь заказать чемодан на Майорку, его уже нет сейчас. Вот. Ну, так что подробно я не изучал этот рынок. К сожалению, в России, вот я не очень знаю, делают ли спортивное питание, потому что после всех этих санкций возникла история, что там, не знаю, пауэрбара нету, спонсора нету, американских этих точно нету. А мой брат пробежал здесь впервые марафон, говорит, я приехал покупать, он говорит, а все купили, больше нету, а санкции. То есть, мне кажется, ну, спортивное питание достаточно простое с точки зрения производства, ну, продукт. И поэтому, если бы конкретично, я, может, не знаю, может быть, делают ребята хорошее спортивное питание, но мне кажется, национального рынка национального лидера на рынке спортивного питания нет. Но как есть национальный лидер Озон на рынке интернет-товаров, интернет-торговли книгами, хотя у него есть там челленджер, это лабиринт, который продает больше. Но вот, мне кажется, что рынок спортивного питания недооценен пока в России, и на нем можно вполне делать, потому что производство простое, а поскольку у нас теперь импортозамещение, если сделать хорошо, а хорошо можно сделать, это несложно, то можно делать. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот я, девушка сзади подняла первую руку. Да, совершенно независимые проекты. Я больше не принимаю участие в работе МИФа. А сколько у вас людей примерно работает, где они находятся? Ну, я, знаете, когда я создала МИФ, у нас была всегда такая очень экономная структура, то, что называется Lean. И всегда была распределенная. Примерно та же самая история и в смарт-трейдинге. У нас есть ключевой процесс — это работа с авторами с точки зрения производства контента. И авторы не в штате, и они в разных городах, начиная там, не знаю, от Израиля, Америки, России, то есть они в разных городах. Есть IT-команда, которая одна команда на Украине,
и один человек здесь. Есть человек, который занимается корпоративными продажами, она в Москве, и человек, который занимается маркетинговой поддержкой, тоже в Москве. Но, по сути, я думаю, что всех сотрудников, которые работают с маркетингом, можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть это очень лин структура. То есть нам не нужен ни офис, ни производственные мощности, потому что, обрати внимание, контент все-таки люди потребляют, особенно такой короткий контент, они потребляют по большей части сейчас с девайсов. Ну, я не знаю, да, не могу сказать про всю Америку, в Болдере их нет. В Болдере, кстати, я вспомнил про такую смешную историю, вот по поводу паркрана. Америка же, она тоже, она вся на безопасности, то есть там история там, что есть такой список стартов, и там был такой, я зашел в него и хотел посмотреть, какой полумарафон пробежать в Колорадо, он мне как-то хорошо в программу вписывался. Захожу, смотрю, там написано полумарафон, и написано какой-то парень, говорит, я считаю, что спорт должен быть бесплатным, мы платим $50 здесь, $50 там, просто для того, чтобы пробежать по нашим дорожкам, поэтому я решил организовать бесплатный полумарафон, приходите, и мы там пробежим. Ну, я подписался, он такой через неделю присылает, говорит, знаете, администрация Болдера увидела, что я провожу полумарафон, и мне прислали официальное предупреждение, что если я его проведу без согласования, меня посадят. Поэтому... Поэтому, говорит, вы можете прийти или можете не прийти. Если вы придете, мы бежим не старт, а просто в свое удовольствие. Каждый в своем темпе, никаких финишных там, маршрут есть, но это все на ваше усмотрение, можете свернуть раньше. Ну, я думаю, ну приду. Пишет какое-то новое письмо. Ко мне приходил полицейский, сказал, что он придет на старт и проверит. И если там будут люди, то он арестует и меня, и люди. Поэтому вы идете на свой страх и риск. Меня это заинтересовало. Меня еще никогда не арестовывали на стартах. Я пришел. Вот. И в итоге был он и я. Поэтому просто если вы организуете какие-то групповые, я думаю, что вот паркран, он в Америке бы не прокатил, потому что вам нужна была машина скорой помощи, согласование с администрацией парка, может быть, полицейский, чтобы если вдруг беспорядки какие. А? Не, он американский. Не, он оказался, кстати, тоже интересный парень оказался. Он работает в ювенальной юстиции, то есть юстиция, которая присматривает. Ну, то есть, если, не дай бог, там ребенок пришел с синяком в школу, то школа обязательно заявит об этом в полицию, и полиция проверит, то есть, не бьют ли его дома. То есть там это довольно жестко работает. Интересно тоже, вот если ребенок не пришел в школу в течение 15 минут, то есть, ну, школа начинается в 9. Если через 15 минут его нет, домой звонят. И спрашивают там, ну что с ребенком? Или, либо ты должен звонить. И если тебя накапливается в школе больше 10 пропусков в учебный год, то тебе нужна обязательно справка от врача. Мы к врачам особо не обращаемся, у меня жена довольно хороший врач. Но вот так сложилось, что тебе нужна обязательно официальная справка о том, что ты пропустил эти 10 дней, потому что ребенок болел, и не ты его дома оставил, а врач сказал, чтобы он был дома. Поэтому, опять же, с точки зрения, вот Америка, она всем хороша, но она очень структурирована. То есть вы не можете выйти за рамки структуры. И более того, то, что называется enforced, то есть там вот если как только ты выходишь за рамки этого, то рано или поздно тебя, ну и скорее рано тебя поймают. То есть вот там нет такого, как в России, есть строгие законы, но они не очень соблюдаются. А потом, если не соблюдаются, то можно договориться всегда можно договориться. А там вот я не думаю, что можно договориться. То есть там ну, все комфортно. Но если ты выходишь за рамки чужого комфорта, в ущерб своему, наоборот, то тебя быстро поймают. Любителям триатлона я пожелаю мужества на станке. Вас ждет большой станочный сезон, большая длинная зима. Попытайтесь, может быть, где-нибудь выехать, наверное, в течение зимы на улицу, на Кипр или где-нибудь еще где, ну, в Крыму, например. Вот. Ну, опять, на мой взгляд, там уровень счастья не зависит от того, живете вы в Москве, в Нью-Йорке. Поэтому относитесь к себе с любовью, и будет счастье. Ура.